Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Fallout 4. Находимся в замке в мастерской. Здесь я только что переоборудовал пару своих найденных в прошлых сериях пушек. Так, тут ничего нет. Ничего тут не забыл, не потерял. И вот одна из них у меня в руках. Это оружие называется Страж Смотрителя. Я в прошлой части его приобрел за несколько тысяч крышек. Не знаю зачем, но оказалось, что в принципе вполне себе ничего оружие. Это непростой такой себе дробовик, или как его там можно назвать. Я его только что улучшил максимально, и он теперь у нас, помимо скорострельности, сумасшедший. Посмотрите, скорострельность 90, дальность 161 и метка 79, и плюс урон с дополнительным снарядом превратят любую жертву, любого врага в решето просто. Поэтому я, как выйдем с вами в пустошь, попробую его на деле сразу же. Там он кто-то пошел. Интересно, кто это пошел? Кто у меня ходит по территории? Я теперь не разбираюсь в своих пушках. А вот он. Кто там у нас? А у нас пошел караван. А, это линии снабжения. Тот самый чувак. Как вы видите, в силовой броне, которого мы наняли еще давным-давно в санчуаре. Вот он ходит от замка и назад. Бедный парень, в общем. И второе мое улучшение — это вот этот вот пистолет. Тоже я его подобрал в одной из прошлых серий. И чем он хорош? Сейчас скажу. Сейчас узнаете. Во-первых, он взрывной, как и все мое остальное оружие. Ну, конечно, вблизи не постреляешь, но в любом случае он намного мощнее, чем мой обычный 10-миллиметровый пистолет. Во-вторых, патронов 10 миллиметров у меня больше тысячи. И я тоже не позавидую своим врагам. И скорострельность, и дальность, и меткость. И еще, как вы видите, прицел самонаводящийся, который я тоже купил и поставил. Там, кстати, у моего друга проблемы, по-моему, нет. Он что-то там остановился. Ух ты, это кто такой ходит? Смотрите, кто-то ходит, зараза. Я их всех вижу. А, болотник. Побежал, 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 смотрите. Смотрите, какие они агрессивные. Со своим мягким панцирем. Ну, правда, я, конечно, не могу им ничего сделать. Кстати, сейчас мы, наверное, и попробуем их в деле. Нет, он решил убежать. Ну ладно, пусть бежит. Наверное, в обход пошел. Но понервничали они хорошо. Хе-хе. Я вас теперь здесь тоже достану. Ладно, они все равно до меня не добегут. Будем считать, что я так вызвал на себя огонь, чтобы мой караванчик прошел. А это кто? О-оу. Там все нормально, что-то корова бегает. О, пришли. Вот как раз мы сейчас тебя и попробуем. Это не ты? Нет, не попробуем. Не попробуй, у меня братва очень сильная. Кстати, это моих рук дело, это я его позвал сюда. И заодно проверили обороноспособность нашей базы. Так, что тут у нас? Мясо болотника 2. Кюри уже сразу же поработала над анализом того, кто к нам пришел. В общем, прикольно. Но я так и не успел достать пушку. Ну ладно, я думаю, у нас такая возможность еще будет, потому что сегодня, друзья, у нас с вами квест Макриди, тот самый квест, который он нам в прошлой серии выдал в убежище 81. И называется он «Дальняя дорога». Добраться до Medtech Research с Макриди вместе. И этот квест не обозначен на карте, что меня немножко пугает, так как это может быть баг. Багов в Fallout 4 мы знаем очень много. А Medtech Research я, естественно, нашел. Он находится возле убежища 75, что-то Медфордская больница. Ну, короче, мы его уже зачищали, открывали и снова возвращаемся туда же. Но на этот раз с Макриди и посмотрим, что он нам расскажет. Пошли, я надеюсь, квест у нас не заглючит. Ух ты, пришли. Смотрите, я Гулю ногу отстрелил. Это мой новый пистолет, да. Кто-то еще здесь? И второму отстрелил, и третьему не танцует у меня просто.
Ну чё, хорош, по-моему. Хорош. Отрывает конечности. Плюс 15. По площади еще и Макриди здесь, понимаешь? Помогает мне немного. Макриди, мы на месте. Попробуй только мне сейчас не дать квест свой. Медтек ресерч здесь. Всякие гули тоже тут. В общем, пистолет мы с вами попробовали. Давайте попробуем теперь страж смотрителя в деле. Да, выполнено. Войти в здание мед... Ух ты, сзади смотри. А, это наши. А я думал уже сейчас огонь открывать. Ну не наши, это караванщики. А ну показывай, что там у тебя. Поработать на меня. Ух ты, ничего себе, я уже крутой парень, у меня уже сеть своя. Веселый Ларри, давай, дружище, в замок, давай, там у нас... Хотя... Нет, пусть... Да, давай в замок. Ну, отлично, все, вот смотрите. Он развернулся и пошел. А, и все развернулись. Я думал, он бросил свой караван. Теперь у нас будет свой караван в замке. Я на остров его решил не отправлять, потому что там у меня уединение с природой, чтобы мне не испортили там грядки мои, огород не потоптали, а потом Макриди заново спалывать сегодня. Не надо. Я его отправил в замок. Я думаю, там ему и место будет. Смотрите, тут богатые гули. У одного золото, у второго... серебро. Тут вообще кто-то вверх ногами лежит. Золото, офигеть. Поднялись гули, в последний раз такого не валялось у них. Ну, у этого лопатка, это, видимо, копатель местный. Ну что, входим. Квест наконец-то появился, я уже испугался. Что мы будем делать без него? И пошли посмотрим. Макриди, давай вперед, не отставай, это твой квест. Это лекарство, напомню, мы ищем для его дочери. Или сына. Найти технический терминал. Так, я-то здесь уже бывал. Вверху нагло бродят гули. Кстати, я все свое оружие снабдил глушителями, это я забыл сказать. И даже винтовку, как вы видели, да, теперь стреляет у меня тихо. Что-то я забыл ее проапгрейдить. И ночного видения поставил прицел. То надоело мне ночью нифига не видеть. Так что мы теперь с вами наконец-то улучшили оружие. Давно этого не делал, давно хотелось это сделать. Кстати, эту винтовку можно восстановить. Магазин этот максимальный, больше 10 нельзя. Ну что, пошли. Я тут ничего делать не буду, потому что я все это делал, даже собирать ничего не буду, потому что мне уже не лезет никуда. Я оружие апгрейдил в замке, оказывается, у меня там ресурсов на лет 200 хватит, если, конечно, меня не отнимут. Так, мне надо вверх, 16 метров до. Опа, блюющий доктор. Ментана я, пожалуй, заберу. Хорошо, это не то место. Я вот только... Макриди, ты охренел, что ли? Прищепку возьми, защепи свой нос. Что тут звуки какие-то странные. Ох, не нравится мне это. Ох, ух ты, не нравится мне это. Тут еще попасть. Тут еще попасть надо. Либо гули стали крутыми. Там еще кто-то есть. Осторожно, Макриди. Какого хера, блин? Откуда они взялись? Я попробовал свой автомат, по крайней мере, вблизи, видите, с гулями, мне хоть руки не отрывает, а то у меня остальное оружие просто выносит меня. А здесь я могу расстреливать их свободно. А, они сверху упали. Здесь крыши нет, да? Да. Но в любом случае не допрыгну. Макриди, Макриди, Макриди! Отлично. Еще два там идут. Слышишь, Макриди, может ты меня подсадишь, чтобы я не искал вход на второй этаж, а? Спасибо, Макриди. Подсадил. Для него же, мать его,
Квест выполняю. Хоть бы друга подсадил бы немного. Ладно, где-то лифт был. Без паники. Я все-таки, видите, не могу удержаться и продолжаю собирать. Но я хотя бы лекарства буду собирать. Макриди, у нас наркоман. Вот сюда нам. Этот лифт не работает. Вы что, охренели? А как я буду добираться? Через какую дверь? Что-то я не помню этого места. Надо было серию пересмотреть. Да? Перед тем, как начинать эту. Тут были какие-то тайны, видимо, да, и уловки. Смотрите, что тут у нас лежит. Терминал службы безопасности. Вот не знаю, надо мне в терминалы залазить. Я их, по-моему, уже читал. Заново их читать не буду. Тревога. Администрация вводит в данном комплексе режим изоляции всем сотрудникам службы обеспечения соблюдения режима для получения разрешено стрелять на поражение. Ну да, здесь одни гули. Хорошо. 12 каких-то ракет. Патроны для дробовика как раз пригодятся. Ты тут в панике расстрелялся. Так, это выход, да? Да. Нет, ну я, конечно, понимаю все такое. Но что-то же должно быть. Как там, ну, на второй этаж-то можно пролезть? Вот, с помощью вот этого, наверное. Опа. Вот этих стульев, что ли, да? Хорошо. Я не побрезгую и залезу, если надо. Хрена, видели? Видели? Блокировку поставили. Ладно, вот это вот дверь какая-то, да, воздушный шлюз. Помню, была здесь какая-то дверь закрыта, у меня уже начинается... Да. Друзья, вот здесь это все. В этот шлюз я так и не смог зайти. Открыть шлюз. Надеюсь, я все правильно делаю. Шлюз открылся. Охрененно открылся шлюз. Еще раз попробуем. Доступ запрещен. Вы охренели, Макреди? Это что такое? Ты... Так, а ну давай, колись. Я не пойму, что здесь делать. Найти технический терминал. Ё-моё, я же его уже находил, просто прошел мимо. Это технический терминал? Терминал воздушного шлюза, нет. Ладно, надо читать. Или забираться через ящички. А если разогнаться, можно запрыгнуть? Может, я сейчас невозможное сделаю? Да, невозможное не сделаю. Где этот грёбаный терминал-то, а? В прихожей, что ли, стоял? Я его просто не активировал. Вот это он. Терминал приемный. Нет, я думаю, это не он. Тревога. Макриди, твою мать. Вот это он. Нет, я здесь тоже был. Хотя это технический терминал. Модная щетка для волос. Здесь нет дыры в потолке. Нету. Лифт. Не работает. Блин, я, по-моему, что-то, наверное, упустил. Какую-то мелкую деталь. В виде терминала. Я снова в этом сортире. Да что ж ты будешь делать? Так, а ты откуда? Откуда ты здесь взялся? Рассказывай. Ну, явно с невоздушного шлюза пришел. А, ё-моё, да здесь целый туннель. Макриди, там еще кто-то падает. Макриди, не подходи, я тебя пристрелю. Это была какая-то женщина. Так, тут сортиры. На всякий случай загляну, то мало ли. Макриди сзади, Макриди, Макриди сзади. Вот че тебя должен спасать-то, балбес? Вот кто-то мне такой, родственник что ли, блин? Я увидел, как он за ним побежал, а этот... Хоть бы повернул свою башку в шляпе. Нет, блин. Ну и сортир у вас здесь. А, это круг, да? Идиот ты, Макриди, блин. Мне даже будет грустно с тобой расставаться скоро, потому что ты же понимаешь, да, что дальняя дорога. Это финал наших похождений с тобой. Там у меня уже очередь стоит из напарников. Я даже не знаю, кого выбирать. Так, это суперклей. Кто-то тут что-то клеил. Может быть, ноздри? Ладно, ищем терминал технический. 20 метров вверх.
не отвлекаемся. Это, наверное, лифт тоже закрыт. Ну, естественно, конечно же. Как же по-другому-то? 20 метров вверх, побежали. Да ладно, я уже копался здесь когда-то. Помню, было время. Не вставайте, не вставайте, ребят. Не вставайте, ну что же вы. Жестяная банка у него была. Так, это я заберу. Это что такое? Макароны с сыром. Так, это тоже чаек попьем с Макриди. Так, этот терминал явно не рабочий. Метра до него, Макриди там внизу. Клей, видимо, ищет. А мы с вами... Идем, я думаю, правильным путем. Так, ладно. Здорово, 22 метра, это... Кабинет директора там где-то был. У меня начинает флешбеки во мне просыпаться, но лучше, наверное, вот так вот перестраховаться, зная этих директоров. Да, у него там, за этой дверью. Что тут у нас? Смотри, депечатную машинку не хочешь? Так, явно кто-то сейчас проснется. Алло. Алло, ребята. Пароль Джейкоба взял. У меня, кстати, их уже очень много. Отменить аварийную блокировку. Ну, я думаю, он уже подойдет, да? Так, в телефоне есть классные вещи, которые позволяют мне... модифицировать оружие. Ладно, давай посмотрим, отменим блокировку. Это воздушная, наверное, тут фигня, вот, которая внизу не открывается. Наконец-то откроется. Так, тревога класса альфа. Введен режим изоляции, вводит комплекс, это я же читал. Замещение сигнала тревоги отключено. Давайте сначала посмотрим резюме отчетов по продажам. Да-да-да, ментальный рост продаж, та-та-та. Резюме протоколов исследований, испытуемых экспериментов, наблюдается выпадение волос у взрослых, антибот вызывает кисты, и реакция продолжается дольше 4 часов. 2312 человек озабочены здесь были, блин. Надо опасаться этого. Системные сигналы тревоги. Активированы процедуры эвакуации руководства, активен режим аварийной изоляции, установлена корпоративная связь сигнала ядерной активности из главного офиса. Мне это надо запоминать, нет? Так, отменил. Спуститься в подземный уровень медтек. Ну что, по-моему, да, откроется тот самый ход, о котором я говорил. Макриди, без меня не ходи, Макриди. Ну, убьют же тебя, блин, а что потом? Что я скажу твоим детям? Так, можем спуститься очень быстро. О, емкая с жидким азотом. Но сначала надо сохраниться. Ты знаем, это все. Сейчас Макриди куда-то уйдет. А меня потом... Ох, нифига себе, прошел. Сквозь два этажа. Так, ребята, да-да-да, вот эта фигня была закрыта. Я тогда еще сказал 120 серий назад, что я вернусь сюда когда-нибудь. И вот я уже спустя 200 лет... Открыть шлюз. Я возвращаюсь, Макриди. Макриди? Макриди? Ну все, его я точно думаю, уже мы с вами не встретим. Ну я вошел. Сейчас меня здесь закроют. Цель какая у меня, сейчас не понял. Так, тут у нас что? Goodbye. Прощай. Кто-то один бегает. Какая у меня задача? Спуститься. А, я еще не на подземном уровне, только стремлюсь. Хорошо. Ух, 10-миллиметровый здесь дают. Просто супер. Так, вот здесь я, наверное, уже буду читать, потому что здесь я не был. И мне интересно узнать, что здесь произошло. Управление дверью. Управление турелями. Сколько там живых? 2 единицы, отключаем. Дверь какая-то там. Управление дверью. Открыть дверь.
Открываем. Так, там поперли какие-то ребята, смотрите. Ребята какие-то. Очень серьезно, но мне бы хотелось увидеть Макриди. Он же мне должен квест как-то что ли дать, или что он мне должен дать, рассказать. Да и помочь в конце концов должен-то, а? Че я должен этот вот... умирать здесь? Так, сейчас побегу сейчас. Красиво, да? Нормально я по зомбакам стреляю. Но это у меня профессия такая, зомбаков убивать. Так, один наверху, по-моему, остался. О, Макриди, ты тут уже? Ты где, блин? Я тебя уже у себя в голове слышу просто. Ты где? Тебя нет, но ты, я думаю, где-то рядом, да? Так, тут радиация жмет. Кстати, несмотря на то, что я взял улучшение по радиации, оно, оказывается, работает немножко не так. Помните, когда это улучшение брал и думал, что мне радиация будет не страшна? А хрен там, видите, она все равно нарастает. Просто она может компенсировать еще и здоровье. Но здоровья у меня проблем никогда не было, поэтому этот навык оказался немножко ненужным. Хотя там есть 3 у его улучшения или 4 будет. Ого, клея. Это просто находка. Которые, возможно, нам помогут. Так, это мини-хим-лаборатория. Макриди где-то здесь. Я слышал его голос. Значит, он появится рано или поздно. А если не появится, ну и хрен с ним. Обойдемся без него. Так, вот здесь кристаллы есть в микроскопе. Я когда оружие модифицировал, понял, что вещь очень важная. Или не в микроскопе. Впрочем, не важно. Может даже здесь быть. Ух ты, тут разнесло-то все как. Так. Да я гранату бросил, наверное, да? Что-то вообще все в хлам. Дрободан разбит. Ладно, идем далее. Хоп-хоп. Кто-то здесь ходит. Или мне кажется. Ну вот какая-то дверь есть. Мужик с фонарем. И опять сортир. Сколько ж сортири-то в этом центре? Тут что, все... обделались одновременно, что ли? Зачем столько сортиров строить? Эксперимент это... делали, небось... не на эту тематику. Так, две лестницы. Вот здесь кто-то есть. Прямо по курсу, дикий голь. А вон кто-то тоже есть. Смотрите, в окне что-то ест. Наверное, не будем спешить. О, привет. А я уже позвонил в полицию, тебя ищут. Так, тут ходит какая-то сучка. Ну, не знаю, что с ним будем делать. В общем, мне это оружие подходит. На ближний бой с гулями самое оно, поэтому оно со мной и останется. Тем более с глушителем. Там кто-то меня уже увидел, бежал обниматься. Но преграда из стола не позволило этому существу пройти. Главное не упасть. Дырочки здесь, да, существенные. Здесь я тоже бывал. Это вход. Радиация идет потихоньку. Надеюсь, у меня есть с собой антирадин. Я давно его уже не видел. Давно его уже не использовал кто-то дыряки. Так, вот что это такое. Большой ящик с инструментами. Довольно интересно. Такого ящика еще не видел. Или видел, сейчас с другой стороны посмотрю. Ладно, сейчас раскрою уже. Если вскрою, конечно. Got it. Фигня, короче, нет, клей, да. Клей, отлично. Нет, был ящик, просто я с другой стороны не видел никогда. Так, здесь что?
Здесь у нас какая-то мини-лаборатория с телефонами, шариковой ручкой, картотека, грузовик кто-то засунул. Так, надо поменьше брать, а то я скоро не смогу двигаться. А, вот, смотрите. Сидел, кушал. А эти закрыты, да, в камерах, походу? Ну, ладно, я их не у... начальника убил. Здесь еще есть. Нет, здесь закрыто. Можем все пооткрывать. А нужно ли? Не знаю, давайте откроем. Легкий терминал. ТХ. Ноль сходств. Вполне возможно. Одно сходство. Нет. Два сходства фрейм. Я даже не знаю, что тут. Вот это что ли? Да. Открыть дверь. Короче, я отменил тревогу, как бы здесь что не вылезло. Как бы что-то не вылезло, серьезное. В общем, эти камеры можно не открывать, смысла в них никакого. Если, конечно, там секрет какой-то вот под окном не лежит. Макриди, ты не знаешь, там можно открывать? Нужно, вернее, открывать. Я слышу, 8. Нам до лифта дойти надо. Так, тут что у нас? Телехванчик, привет, дикий гуль бродяга. И тебе привет, просто дикий гуль. Но смысла в открытии этих камер тоже, наверное, нет. Хотя зря ты полез с чемпионом. Тревога отменена. Давайте попробуем открыть. Одного убьем. Может, у него действительно там какие-то сведения есть. Выходи. Чемпион, блин. Есть. Как ты тут спал вообще? Неудивительно, что ты в гуля превратился. Макриди, этого товарища можно не трогать. Ну, смысл открывать не вижу. Хотя ты, по-моему, завелся. Ладно, а то ты так и будешь здесь стоять. Давайте еще один скроем уже. Ради Макриди. Фрейм. Одно. Фрейм. Вот это может быть... Да, здесь побыстрее. Открывайся уже же. Не выходите. Ух ты, ничего себе, 3 ядерных батареи. И кровать, вот этого уже ценили, видите, он спал на матрасе. А предыдущий вообще, как я не знаю кого. Вот подземелье, скорее всего, наше. Макриди, заходи, мы с тобой сейчас поедем. Наверное, лаборатория будет у нас на нижних этажах. Предлагаю всем перезагрузить свои патроны в оружие, одеть памперсы и не знаю, что еще. И не бояться, главное. Есть, выполнено. Забрать лекарство для Макриди. Ты правильно мыслишь. 43 метра, а еще надо спуститься вниз. Тут вообще все, как вы видите, да? Запущено. Механик валяется с ключом своим. Так, тихо, 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 выйди. По гулям стреляй, мать твою. Или гули, наверное, здесь нет. Наверное, все закрыто. У нас на... Ох, изолента, 2 штуки. Закрыто на замки, и турельки разбросали по потолку. Вот демоны. Ну что, мне тут в каждую дверь заходить, да? А меня тут и не пустят в каждую дверь. Эти двери вообще закрыты все. Дикий гуль-охотник. А, они тоже под дверью, да? Ну не под дверью, а за дверью. Вот это можно убить, если при... прицелиться, и он сейчас голову просунет.
Но я его тут не вижу. А вон он там, да, пытается выйти. Кстати, их стоит убить, конечно. Там может быть какая-то ценная информация. Может быть какой-то ценный предмет. А это, наверное, да. Это откроет все двери. И можете представить, что нас ждет, да? Когда дверь эта откроется. Кстати, эту дверь тоже, я думаю, можно открыть. Наверное. Мне вообще-то вниз надо. Ну давайте откроем, так веселее будет немножко. С гулями. А то ж совсем никуда не годится. Тут что тут у нас? Обеденная вилка. Так, тревога. Управление протектроном. Это что такое? Где он у нас тут? Я не знаю где. Он сейчас его выпущу, и гули к нему выпущу, и будет здесь замес между ними. Да ладно, не надо матрицу характера. Управление турелями, наверное, еще есть, я уверен в этом. Отключаем, еще две где-то висит. Пошло отключение. И управление дверью. Все двери, наверное, да? Управление дверями MaxLock, да? Всеми дверями в этом корпусе. Всем доброе утро. И до свидос. Видели в пятку? Ух ты, ё-моё, вот это я понавыпускал здесь, слышите, вообще кошмар. Макриди, они идут. Макриди! Как он через тебя прошел-то, твою мать? Вот это открыл двери, мать его. Там, кстати, что-то было. А, это был легендарный. Блин, вот этот надо было качать, слышите? Вот эта вещь. 124 на 25 урона. Это вообще будет бомба какая-то. Ну все, я со своим расстанусь вторым дробовиком. Это точно уже в следующей серии. Я имею в виду с... Че-то у меня тут такое, а ну. А, молот. С вот этим. Лифьюжин, я его поменяю, это по-любому. Он у меня однозарядный. Он такими останется, наверное, нет? А может автоматически сделал? У него просто плюс 25 к урону к повреждению по конечностям. А у меня будет к общему урону. В общем, поперло оружие. А эту дверь кто-то будет открывать? Че я должен взламывать? Я же терминал не зря же взломал. В общем, ну так мы напали на нас. Один гуль перепрыгнул через Макриди, наступил двумя ногами ему на шляпу и потом укусил меня за сапог. Я, конечно, этого не видел, но прочувствовал. Так, вот этот жидкий азот, там что-то может быть. Он, смотрите, внизу еще три красавца бегают. Это что такое, шлемоохранник? Интересно. Так, это себе оставьте. А тут что у нас? Плазма. Так, мы видим. Там внизу ходят неадекватные ребята. Ничего себе. Там легендарные почти все были. Увеличение размера зачетной зоны при взломе замков. Ну, я этим особо не страдаю. Мне и так нетрудно. А тут еще что-то есть, лежит такое неплохое. Это только первая партия выбежала. А, я там еще в пятку одного пострелил. Надо проверить. Так, тут даже он припрятал что-то. Макриди, не ходи туда. Сожрут же. Ну ладно. Давайте по этой стороне еще пройдем. Может реально что-то тут в камере-то будет, нет? Нет. Вот этот в пятку был убит. И восьмой шар у него был в руке в это время. А как ты спустился? А, ну да. Умно. По лестнице. Где-то тут они сидят. Где-то они тут сидят. И уже их нет. Кстати, а что протектрон не вышел? А, протектрон вышел. Протектрон вышел, но далеко не дошел, к сожалению. Его... Макриди, это ты на меня хотел сбросить, да? Ничего себе у тебя замыслы. Хотя ты здесь, да? Алиби. Ну-ну. Тут нифига не нашел. Протектрона грохнули. Он даже
Не понял, что он протектрон и что ему надо делать. Так, спуск вниз. Да, мне сюда, наверное, да? Да, 41 метр и вниз. Сейчас я это просмотрю. Тут можно вообще... О, гуль лежит. Я думал, живой. Ладно, не крути носом. А здесь цивильный сход. Спуск, вернее. А где еще троица? А, они поднялись ко мне. Ну, давайте спускаться. Был подъем, а теперь будет сход, да? А подъем это куда? А подъем это гули, которых мы потрошили. Это еще одна лестница. Но теперь еще три кандидата. А, спустился, отлично. Шикарно. Три кандидата еще внизу там какие-то есть. Я думаю, не стоит расслабляться. Так, вот здесь у нас был спуск. Я его нашел. Макриди, чуть не застрелил тебя, придурка-то. А вон они. Ну и все, там еще кто-то бежит. Но я бы на его месте не спешил ко мне в объятия. Да, радиация здесь жарит, но по одному это, конечно, не сильно круто. Это можно забрать. Им уже ядерный блок и радиация не нужна, энергия. А нам, сами понимаете, пригодится. Макри, где твое лекарство? Пора уже ноги отсюда делать. Ну и хорошо, мне больше достанется. Я скоро, правда, носить не смогу уже ничего. Так, ладно. Что-то, видимо, не поделили. Так, пойдем наверх. У нас 20 метров, по идее. Оно может быть где угодно. Это лекарство твое? 20 метров. Слушайте, неплохая территория здесь, как для... необязательного вспомогательного квеста. Видели? Я предупредительный выстрел делал ему в пол. Где это я вообще? А, вон туда, правильно я уйду. Не вставайте. Так, есть какая-то инфо? Вообще все разбито нахрен. Модная щетка для волос, и тут еще что-то. Нет, ничего. Так, ладно, спускаемся еще чуть ниже. Нихрена себе. Тот силен был. Силен, да. Я застрял. Нет, тут пронесло. Опять радиация начала жарить. Стой! Ха-ха, еще одного в пятку убил, видели? Реакция. Мусор. Что это за звук был? Я уже не могу бежать. Так, херню надо какую-нибудь выбросить. Я тут набрал, наверное, дерьмо какое-то. Мощный дробовик я не выброшу, конечно же. Кейс 3. Дерево и текстиль, с ума сойти. Все, больше ничего не берем, кроме лекарства. Крышки только и деньги. Вот сюда мне надо входить. Эта дверь закрыта. Да, они, конечно, стали изворотливее. Блин, серебряную вилку просто не мог не взять. Ну все, давайте пробовать взламывать. У тебя, надеюсь, Макриди. Макриди? Опять исчез, мать твою. Стой здесь. Сейчас будем лекарство твое доставать. Погнали. Управление турелями внутри, наверное. Не, не надо. Управление дверью. Открываем. Ну давай же уже. I'm feeling eyes on my back.
Да наконец-то ты взорвался, уже сил-то не было. Все, одни ноги у него остались. Босяка здесь был. Типа, да? Так, тут разлетелись тела. Надо их посмотреть, что-то же-то было у них. Скоро опять не смогу ходить. Ой, дверь сзади открылась, интересно, куда это? Так. Восьмой шар себе оставь. Водочка тут. Водка, селедка, нормально. Стимулятор Радыкс, блин, сейчас опять не смогу ходить. Антирадин. Так, изолента, но я просто не мог его не взять. Крышка, патроны, радиоактивная кровь, не знаю, возможно пригодится, ядерный материал. Тоже пригодится, бафау тоже возьмем. Так, патроны для гамма-пушки, заряд плазмы, дробовик, 45-я осколочная мина, да, это придется взять. Ну теперь я опять буду ходить медленно, но ладно уже. Тут граната все разбросала, теперь я не знаю, что где лежит. Я просто не мог отказаться от боеприпасов, лекарства, кстати, я уже вижу. Ну и плюс вот такие вещицы тоже стоит с собой забрать будет. Это лекарство, да? There we go. Да. Макреди, оно у меня. Эй. Hey. Well? Here you go, Макреди. Holy crap, we actually did it. Да, у него сын все-таки, не дочь. I don't know how I'll ever be able to pay you back for this. I owe you big time. Спасти твоего сына. All I care about is curing your son. I know you do. I'm just getting tired of taking instead of giving. Maybe one day I'll learn to get my priorities straight. Anyway, the last step ahead of us is getting the cure to Daisy. Ух ты, еще добрососедство, мы с вами пойдем. She's the only one I trust to get this to Duncan on time. This is the last favor I'm going to ask. I promise. Let's go. Выполнено. Добраться до добрососедства и отдать лекарство Дейзи. Чего не сделаешь ради хорошего человека. Ну так мы все выполнили. Так-то трупы в холодильнике держали. Демоны. Я надеюсь, тут мы с вами ничего не пропустили, потому что территория объемная. Какая-то дверь сзади открыта. О, журнал, я же говорил. Я же говорил, блин. А вы наносите на 2% больше по конечностям. Че так спрятали? Ну, хрен увидишь, реально. Так, тут ужасы. Слабонервная просьба не смотреть. Слабонервный Томакриди. Водочка. Немного воды. Немного очищенной воды. Все, первую помощь я забрал. Это я забрал. А тут еще что-то лежит. Ну, погнали, Макриди. Дверь сзади открыли. Для чего-то ж ее заоткрыли. А это что, лифт куда? Лифт, наверное, уже стал рабочим. Я уже не могу бегать. Но кое-что проверить еще надо. Кое-что проверить надо. Сейчас я соображу, куда. Давайте, наверное, сначала сделаем сейв. Там был спуск вниз, а был подъем наверх. Вот это меня интересовало. Только где? Я тут уже запутался. А, вот здесь. Я пошел вон туда. Да, правильно я понял. Да, здесь радиация большая. А мог пойти... Куда еще мог пойти? А, вот сюда мог пойти. Ого. Медведи совокуплялись, видели? Да открой ты, жадный, блин. Призрак. Не дает взять ни бурбона. С собой. Сейчас я вспомню. Момент. Момент. Да, через эту дверь я выходил. Я сюда посмотрел. Вот, по этой лестнице вверх не поднялся. Вот это меня заинтересовало. Сейчас я, правда, уже сдохну. Но здесь, кроме одной комнаты... Макреди, что такое с тобой?
Кроме этой комнаты больше ничего нет, да? Да нет, есть еще доктор, висящий вниз башкой. Говорили ему не лезть туда. А, сейф, да. Один сейф остался. Давайте его вскроем. Что нам остается-то с вами? Так, сейф легкий, тем более. Ничего тут уникального мы не нашли. Yes. Можно все забирать. Все равно уже оставлять-то некому. Все, пошли на лифт. На лифт, Макреди, на лифт. Угу. Этот стол ты проверил? Да, молодец. Там я вытащил, и здесь я тоже был. Так, лифт у нас слева или справа? Справа или слева? Слева, но в любом случае налево идем. У меня тут уже вещей. Я уже не могу бежать. Как обычно, у меня серия заканчивается, да? На мажорной ноте, когда я не могу бежать. Падаем вниз. Так, я снова могу бежать. Мусорки. Вход и лифт сзади. Макреди, надеюсь, ты успел. Потому что я тебя ждать уже не буду. Я тут уже вздыхаю, тащу. Ты вообще ничего не носишь. Кроме ракетной установки. Ладно, Макреди, давай. Давай, давай, уходим, уходим, уходим. Сигареты проверил? Проверил. Уходим, Макреди. Это просто лифт, наверное, который был заблокирован, и теперь он, наверное, будет работать. А нам-то надо просто на выход и в добрососедство. Но перед добрососедством надо залететь на базу и выложиться. Ну, просто выбросить хлам хотя бы. Тут я печатных машинок набрал на миллион долларов. Ну да, все. А вентилятор вам уже точно не понадобится, друзья мои. Как и потрепанный планшет. Все. А тут все буря, слышите? Здесь какая-то территория. Я тут уже час провел в этом здании. А буря все еще не заканчивается. Так, быстро бежим. Ну, не бежим, а летим в замок. Где у меня замок? А вот здесь он. У меня же 21 чувак там. Кстати, в спектакль Island я тоже иногда захожу, но там одна проблема. Если ты перегружен, там что-то по-дурацки как-то сделано. Если ты перегружен, тебе нужно будет пробежать весь город. Ой, не весь город, а весь остров перегруженным. То есть, чтобы добежать до ящика, где можно это все выбросить, нужно провести очень много времени на природе. Возможно, это так и сделано специально, чтобы я насладился красотами острова, пока тащил свой груз. Но лучше туда перегруженным не попадать. Тут все рядом, все под рукой. Быстренько шмыгнул. Все сбросил. Я даже не буду пока что другие вещи сбрасывать. Быстро прошел через арку. Убрал радиацию. И погнал дальше. Мы с вами поедем сейчас добрососедство. Еще вспомнить, где я его видел последний раз. А вот оно даже обозначено. Там меня не отмутузят хоть. А то я последний раз там робота Бадди украл и на базу в санчуаре отправил у одного товарища. Привет, добрососедство. Да, Дейзи в этом доме, это хорошо, потому что не любят меня в той части города. Здорово. Ох ты, красивая какая. Эй, Дейзи. Макреди, я не видел тебя в какое-то время. Я вообще-то не Макреди, но ладно. Да-да, я тоже думаю, красотка. Видно же, да? Last time you tried, the ferals almost chewed you to bits.
I didn't do it alone. My friend here got me through MedTech. Now all I need to do is to get the cure into Duncan's hands. Can you help me? Of course, MacReady. You've saved my behind more than once. It's the least I can do. It's okay. You can trust me. I swear I'll get the cure to Duncan. И можно и доверять, да? А с чем он тебе помог, интересно? What did MacReady do to help you out? Running a business in a town like Good Neighbor is a challenge. Let's just say I've had my share of unfriendly customers. And MacReady's been there to help me handle the situation. MacReady тебе доверяет. If MacReady trusts you, that's good enough for me. I appreciate that. He's actually у меня просто нет другого выбора. Так быть и не доверял, красотка. Sample on the first caravan leaving the Commonwealth. The driver owes me a few favors, and he's reliable. It will arrive at your homestead in no time, MacReady. Thanks. You're a doll. Hey, do me a favor. Take care of MacReady for me. He's one of the good ones. Дальняя дорога выполнена. 342 опыта. MacReady. Слушайте, а где он делся? А, ты здесь уже? Hey. What's up? Hey. Here's that ammo. Не понял. Your thoughts? А еще квесты будут? I knew there was a pile of caps waiting for me at the end. How do you think things are between us? I like the way you've been handling things lately. Let's hope it stays that way. Слушайте, я думал, мне что-то должны дать после того, как я сделал квест. А мне что-то нихера вообще не дали. Может, конечно, потом. Я думал, MacReady выгнать уже сегодня. А, видимо, еще придется с ним погулять. Так, MacReady, это не годится. Я квест выполнил. Наверное, может, еще один квест какой-то будет. Нет, не будет. Уже все, закончено у меня. Все, у меня вообще тут осталось. Не пойми что. Ну, ладно. Ладно, тогда мы с тобой... Я не знаю, что с тобой делать, MacReady. Я уже пошел бы по сюжетным квестам. Так нет же. Не понял. Откуда ты знаешь все? Вот сволочь, все знает. Так, здесь у меня был, кстати, товарищ. А радио серебряного плаща здесь работает, нет? А ну. Нет, не работает. Ну ладно, ладно. Да, здесь можно что-то украсть. Серебряный плащ. Мужик, ты здесь? Да, здесь. Привет. Sorry, Shroud. I don't have any upgrades. Блин, у него тоже какие-то улучшения должны быть, но здесь тоже все застопорилось. MacReady, ты вошел, мать твою. Здорово, а ты не... Не хочешь мне квест дать? Hey, Irma. You like the decor? My business partner hates it. А, вот он, давай, дуй сюда. Здесь сейчас украдем что-нибудь. Сюда, 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 дуй. И только давай сохранимся, то мало ли, сейчас украду. На меня ведь все добрососедство нападет, давай. Нет, ему... О, это понравилось, видите? MacReady, так может, ты мне... Приз дашь какой-нибудь, нет? Ну ладно. Ладно, мы с ним еще походим. А вообще, конечно, было бы здорово, если бы сейчас бы уже дали. Хочется уже других напарников попробовать. Зачем вот это вот лишнее движение, телодвижение? Ладно, друзья, остановимся мы здесь, в борделе. Может, что-нибудь придумаем. Может, что-нибудь заснем где-нибудь. А тут у нас что? Я тут не бывал. Это куда дверь? Что-то так темно. MacReady, а ну вали сюда, если я еще что-то украду. Тебе это тоже понравится? А ну давай сюда. MacReady? Сюда, 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 сюда. А нет, больше ему это не нравится. Ладно, не нравится и не надо. О, привет. Я с тобой уже виделся. Кстати, а вот здесь я не бывал.
Да, вот здесь я не бывал, реально. Ладно. А что я буду сохраняться? Здесь терминал, кстати, есть. Давайте попробуем взломать. Пока нас никто не видит. Узнаем хоть что здесь. Сейвит. Ноль сходств. Два сходства проц. Эх, хорошие времена. Кент Коннелли. Все его воспоминания посвящены радиопостановке о серебряном плаще, о котором он постоянно болтает. Кстати, я постоянно ему напоминаю, чтобы держал все свои плакаты и игрушки у себя в комнате. Каким-то образом они всегда оказываются на первом этаже. Бедный Кент, кто-то распустил слухи, будто дом им пользуется. На самом деле мы о нем заботимся, как ни о ком другом. Прожив я больше 200 лет, реальность тоже наверняка меня достала бы. Что плохого в том, чтобы позволить ему видеть сны чуть дольше, чем другим. А Марио установил какие-то настройки безопасности, чтобы он не умер с голода. По мне, если он хочет остаток своих дней провести подключенным к аппаратам, лишь изредка просыпаясь, чтобы поесть и посмотреть на свою коллекцию плакатов, так это его право. Ладно, клиент Хэнкок. Это они приходили сюда спать. Воспоминания мэра Хэнкока, скажем так, если он сейчас кажется вам красивым и опасным, видели бы вы его до того, как он стал гулем. А я-то думал, я умею развлекаться. Фред Аллен. Постоянно заходит Фред Аллен из отеля Рексфорд. Вечно под чем-нибудь как-то зашел под винтом и попросил воспоминания о том, как он пыл под Бафаутом. Говорит, ради эксперимента. Надышаться винтом, а потом восстановить воспоминания о том, как ты обдолбался Бафаутом под действием винта, еще не кончилось. Что ж, его преданность делу достойна восхищения. Не-не-не, это понятно. Клэр Хатчинс. Воспоминания Клэр очень яркие, а Мари говорит, у нее, видимо, такой же уж мозг с повышенным вниманием к деталям. Может, она поэтому такая дотошная. И у нее был очень симпатичный муж, теперь ясно, почему она по нему скучает. Дейзи. Дейзи, это мы с ней разговаривали. Забавно, что главная конкурентка дома в результате решила попробовать товар. Искушение рано или поздно нас всех изводит. Примечание для себя. Сейчас по Дейзи не скажешь, что она просто так смогла дожить до своего возраста. Будет лучше, если никто не узнает, что она здесь была. Очень не хочется, чтобы проявилась ее темная сторона, жаждущая мести. В общем, я вскрыл этот терминал, узнал потаенную информацию тех, кто здесь бывает. Amari. Надеюсь, без последствий. Ладно, Макриди, я не знаю, где ты, но я буду делать отсюда ноги. И воровать больше уже ничего не буду. Все, друзья, на этом мы с вами закончим. С Макриди. Я так понял, нам еще придется с вами погулять какое-то время. Что будет делать дальше, решим, наверное, уже в следующей серии. Честно говоря, хотелось уже что-то пойти по квестам уже. Но не знаю, у меня здесь еще есть ряд неизведанных территорий, которые, кстати, тоже нам попадались однажды. И хотелось бы еще их проверить. Может быть, да, с Макриди пойдем зачистим мы с вами вот эту часть острова. Тут уже осталось, в принципе, пустоши, вернее, осталось уже всего ничего, и здесь какое-то еще сияние. Может быть, посмотрим подробно этот угол. Я думаю, здесь еще 2-3 объекта будет. И, возможно, уровень доверия Макриди вырастет, и мы с ним наконец-то закончим путешествие. Ну а пока спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Shadow Игровые Миры. До новых серий, пока.